Всем привет, с вами Мистика Лагерь. Всем привет. И сегодня мы будем проходить очередную карту от подписчика, но... Мне кажется, это опять-таки не от подписчика, как бы по-английски. Ну, не знаю, если кто видел, то отпишитесь, где вы ее видели. Там ссылочку оставьте, чтобы мы убедились. В общем, как подписчик написал, назвал он ее тест испытания. Мы так что так и видео назовем. В общем, Найт, а это так стоит, ну. Hello, Mystic and Lager. Ну, привет. Rules. Do not break blocks. Я люблю тебя кровать. Yeah, do not using cheats. Wow. Please have fun. Ну, ок. Нужно, значит, спать. Что ты пишешь тут? Я не знаю. Писун. Писун. Я пищака. You can craft only on craft table. О. Изумруд. Ясно. Ясно. Русские правила. А, русские правила. То есть это как бы была английская карта. Все, что добавили тут русские правила, наверное. Да, походу. И добавили Hello Mystic. Ломать блоки. А, это нет, это именно создатель карты Diam Creeper. Интересно. Ну ладно, пошли. Так, что это такое? А, я как понял, нам нужно встать здесь по бокам. Давай, становись. Да, давай. О, а дверь закроется? Нет, не закроется. Ну пошли. Ого, как это классно. Ай, я загорелся. Горю? Ай, опять загорелся. Подожди, я чи мирный поставил, я не понял. Чи мирный реально стоит. Так нормально, нет? Ой, тут нету ничего. Что тут происходит? Этот сундук, он, видишь, открывает. Вот это вот поднимает. А, тогда все норм. А может там какой-то сюрприз есть? Давай-кась. Не, никаких сюрпризов. У меня одного неба нету. А, в смысле, да, все правильно. Деревянный меч, ты это уже забрал? Нет. Ясно, Маша. Что это дает? Что это? Это свет, ну ладно. Эй! А, я понял, тут типа, оп. Что это делает, я не понял. Не понял. Вот! Вот! Не понял. Я сам не сосал. Я не хочу за тобой. Слушай, подожди, я сейчас еще раз. Давай ты еще раз. Я иду. Ну только ты теперь. Не-не-не, давай ты. Нет, я подожду, Лакер. Не-не-не, давай. Я уступаю тебе, я сегодня добрый. Ну жди, давай. Ну давай прыгай тоже, ты и так горишь. Сдохнешь, так хоть сдохнешь. Ну блин, я вот в том-то дело, что не допрыгнул. А вот теперь что вот здесь вот? Там, походу, надо. А, стоп. Нет? Ничего это не дело. Ладно, давай просто попробую проплыть. Просто проплыть. Давай. Я жив, прикинь. Давай. А, прикинь, что? Лагер. У нас стоит Peaceful, а он не должен стоять. Тут раздатчики. А мне интересно, как мы должны тогда допрыгнуть, если здесь даже блока нет. Да там просто какая-то этот. Ну давай я паузу-то нажму и... давай, я тоже паузу. Продолжаем. Да, всё. Я на том же месте. Не гонюсь. Вроде как... Слушай, у меня просто не все сердечки, я ж сгорю. Вот, здоров, чтоб тебя sorry, через 8... Sorry, спасибо всем. Давай. А я буду от зомби ну, по-моему, слушай, тут как-то их слишком много. По-моему, лучше было бы тебе все-таки в лаву прыгнуть, как я. Ой, зачем? Я не знаю. Я знаю одно, меня эти скелеты сейчас просто убьют. Да, меня просто скелеты убьют. Так, чувак, и что мы теперь делать будем? Мы будем, не знаю, что делать, я знаю, что у меня меч заканчивается. Ай-яй-яй-яй, горю. Блин. Да. А как теперь? Да, нужно... А, кстати, а почему мы тут нигде не надо было нам спать, да, нигде? Тут только броня была и все, яблок не было золотых? Не было. Они не помешали бы. А что здесь реально? Может здесь какой-нибудь, слышишь, рычаг есть? Подожди. Смотри, сейчас зомби сами сгорят. Ой-ой-ой! Что? Я сломал! Фак, за систем, да? Да. Ну а как тут пройти-то? Интересно, слушай. Давай прыгай первый. Давай просто паутину поставим. Ставить же можно, да? Ну, да надо взглянуть. Ну, блин. Чувак, беги! Зачем ты это сделал? Она сама сгорела. Ом, я сейчас сгорю. Ты горюн? Оп. Все, и меня нету. Я понесся, оп. Ладно, я хоть приду с полными хп. Да тут. Это больно. Ну хотя, чувак, там мобы остались, так что.
они кстати, последние. Подожди. Вот что мне интересно. Ой, Горюн. Ладно, пошли. Но у меня 3 хп. У меня тоже сейчас 4 сердечка. Давай восстанавливайте. Вот там опыт. Они могут друг друга перестрелять, потому что мы как бы здесь, смотри, встанем. Я сейчас горю, я сгорю. О, смотри, они на нас в лаву прям идут. Молодцы. А что здесь? Это... Загорело. Блин, у меня кнопка потрачен. После колы слабо нажимается. Спасибо. А что, у тебя так мало хп было? Да, прям половина. Чувак, что мне делать? Как мне их убить? Может им кинуть, я не знаю, правила? На тебе. Блин, слушай. Нет, слушай, они как-то не ведутся. Ой, я костянку выкинул. Ладно, я прыгаю к ним. Блин, чувак, мой тебе совет. Никогда не разливай колу на клавиатуру. Кнопки потом постараюсь, Владис. Такой совет. Эй, кто хочет... нужен совет. Кто хочет... О, я с полными хп пришел. Но! Мне вот что интересно. О. Они скинули его. Чувак, она сейчас скелет стрелять будет. Ну и вот так. Ладно, чувак, помни меня героем. А может он подойдет? Ай, я сгорю, помни меня героем. Нет. Ладно, я вернулся. Стоп, как-то нам нужно это пройти, вот как? Ой. Как так? Вот реально, как это пройти? Я хз, без прикола. Все, мы застряли на начале карты. Блин, ну я даже не могу прыгнуть, понимаешь? Меня отталкивает этот, блин, мой телефон. Лагерь, зачем ты мой телефон стырил? Ой, я мисс. Блин, я хотел там поиграть перед съемками, но... Да, на моем супер телефоне, блин. Ой, я перепрыгнул. Ой, перепрыгнул, ой, дурак. Ну с богом, блин! Да блин, он, понимаешь, он бьет и невозможно ничего сделать. Тупо невозможно. Плюс сейчас месть закончится. Может вернем все-таки мирный? Я вот сам не знаю даже, что делать с этим. Паника, просто паника. Я думаю, что знаешь, что можно сделать? Небесную силу. Твою ж, да, небесная сила нам не раз помогала. Небесная ночь! Она нам не раз помогала, так что не будем ее выпускать. Внимание. Пока зомби. Пока зомби. Как ты там с ним переговорил, да? Какой скелет? Ну, мне кажется, здесь просто что-то недоделано, или просто у нас карта баганута, не знаю. Или просто мы такие корявые, этого не возможно, все может быть. А, стоп, а как уйти вообще отсюда? Чувак! Небесная сила! Нет, подожди, это же не то. Это как-то странно, слушай. О, правильно, сломал там рычаг. Давай хоть как-нибудь. Эй, я застрял! Чувак, я реально застрял. Пока. Все, я выжил. Давай спать быстрей! Дайте поспать! О, кстати, у меня хп восстанавливается. Яблочки, изумруды. О, прикол, чувак, короче, если в кровать лечь, сразу все хп или нет? Нет, но, по-моему, ни хрена не помогает. Ну давай, ты уже спи. Все, сплю уже, я уже даже не горю. Сплюн. Ап. В какую сторону? Я уже все тут собрал. А че тут было? И что дальше? В какую-то одну из этих? Где таблички вообще? Ни одной таблички. Прыгай давай. Давай ты первый. Ладно, я первый. Ок. Ой, я в лаву упал. Ай! Я прошел. Какой ты прыгнул? В самую там крайнюю справа, по-моему, если не помню. What do you think? Блин! Лагерь, пошли обратно. А, ясно. Ок. Это просто не то. Ты тут сгореть собрался, да? Да, что еще делать? Я за тобой. Я пойду в эту. Ну-ка. Я в противоположную. Вот тут лава. Чувак. Тут тоже лава. Не понял. Тут же ты был уже, тут лава. Да. Не понял. А, блин, я понял. Там, чувак, мы тут правильно пошли. Тут надо выбрать одну из этих. Скорее всего. Я уже в одной умер, теперь твоя очередь. Чё ты ныряешь, как дельфин? Какой? О, все, я прошел. Good work! Лагерь, пистик. You can break woods in this round. Мы не можем что? А чё здесь ничего нету в сундуке? Лагерь, ты текстурник, подожди, дай я перезайду. Ты забрал сундуков уже все? Да. Что там было? Верстак. Мне дай. Не дам. Тут в раздатчиках так ничего нету.
Тебя сюда. Вон там верстак у тебя в другом сундуке. Нет, у меня там ничего. А, у меня тут был верстак, так что извини, чувак. Дай мне верстак. Не дам. А вон у тебя дерево. А, у тебя типа его нету? Нету. Сори, я тебе стекло сломал. Что будете заказывать? У нас есть Rolls-Royce. А, нет, слышишь, в чем прикол? Чего? Написано, что вначале было крафтить, может, только в верстаке. Ага. Что... Ладно, чувак, ладно, я с тобой поделюсь. И ломать блок нельзя. А, смотри, что делаем. Дай мне верстак. О, спасибо. Знаешь, что я сделаю? Я попробую. Я две плиты просто сделаю. Все, забираю верстак. Я себе, если что, сказал. Давай. А тебе одну плиту. И поперли. Взаимопомощь? Та-дам! Ну я не знаю, правда, правильно мы сделали или нет. Ну, надеюсь, что это было правильно. Да, чувак, это взаимопомощь называется. Ну, это было испытание, не знаю. И мы, по-моему, пошли... Мы пошли по именам или нет? Да. В свою комнату пошел. Я нет. Я не знаю. Я забыл. Я тоже не помню. А то, может быть, мы как-то не так пошли. Зачем мы наверх прыгаем? Я кролик, я кролик. Я не знаю, ого, что кролик. Розовая фигня. Поперли. Чё? Давай, кто быстрее, кто быстрее. Какой кто быстрее, кто выживет? Я упал. Кто быстрее, кто быстрее, кто выживет. Блин, я дай тебе ТПшность. Так, ТП, мистик 31, лагерь. Теперь ты мистик 31. Я что-то так далеко убежал. Теперь ты. Оп, оп. Я из-за тебя! Блин! А я прошел. Ты прям... Ого, тут изумруды были. А, ты чё? Чувак, думаю, меняю все, не думая. Блин, купи этот, слышишь? Купи подожди, факел. Я не могу зайти вот. О, динамит. Купи не динамит. Красный факел. Купи красный факел. Респаун, я динамит купил. Зачарование. Ну ладно, красный факел куплю пару штук. Ой, чувак. О, погнали. Вот, три штуки мне хватит, да? А что еще тут можно? Динамит можно купить. Куплю костюм. Ой, чувак, он активировался. Ой-ой-ой. What the? Вовремя телепортанулся. Что ты сделал? Что это было? Там был динамит, и там был этот рычаг активированный. Активированный рычаг? А как уголь, только рычаг. Ну, нормум, слушай, а что нам теперь делать? Я думаю, все-таки чувак, пусть и добавил нам динамита, но я думаю, этого было мало. А, это может конец уже был? Да, это был конец. А, так это конечно. Ну, чувак. Тогда почему я... Как мне туда вернуться? Я хочу еще динамиту купить. А тебе зачем? Чувак. И... Ой, ты знаешь, что ты взорвал мало. Сразу же? А, это ты типа поставил, и он взорвался, да? Ну да, там нечаянно так. А я сначала подумал, что это типа... Как сказать? Там был динамит, ты нажал типа куда-то. И... Ну да, ну да. Ну, давай кроватки тоже взорвем. Каждый день так. Это, слушай, короткая, по-моему, карта. Чересчур короткая, так что я, может, даже поверю, что это от подписчика все-таки была. Хотя, знаешь. Ну ладно. Все может быть. Но если кто-нибудь ее видел где-нибудь, то скиньте в описание. О каком описании? Лучше в комментах напишитесь. Да. Ну или еще видеоответ. Видеоответ? Да, то есть карту прошел, такая же карта, только без всего этого. А, ну. Ты всосал. Без всего этого. Ты всосал. Без всего этого. Ой, я так две штуки взорвал сразу же. Я люблю смотреть, как карты взрываются. А, о, да. Я очень люблю. О, да. Я поставил мощь. Я, кстати, был и... Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами был Мистика Лайкер. Да, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И до новых встреч. Пока. Пока.